Всем привет! Итак, новые транспондерные новости. Их на этот раз не очень много, но все-таки они есть. Первая новость — это 75 градус, с частоты 12653H ушел телеканал 360HG. И с этой частоты тоже ушел канал 360, но только новостной. Эти каналы на данном спутнике, на данной частоте уже недоступны. Следующая новость — это у нас спутник Астра 5 градус на частоте 1747В, вернулся канал Телевсесвит. Он уже был уходил с этой частоты, но уже вернулся и теперь доступен. И следующая новость — 80 градус, канал 212591H, канал на ТВ. Вернулся на данной частоте.